Главный атрибут новогоднего праздника – украшенная зеленая красавица – выросла в цене. Самые дорогие гелевые елки подорожали на 10-15%. Самые маленькие стоят 50 тысяч, побольше – 70. Высотой в 2 метра 10 сантиметров обойдется уже в 100 тысяч. Чуть дешевле – елки из ПВХ – от 10 тысяч и выше. Самые бюджетные – китайские, так называемая мишура. Они, кстати, стали дешевле. Цены упали. Китай вот эту границу открыли. Цены намного упали. Самые маленькие, в том году, например, 2000 было, в этом году 1500, на 500 тенге упали цены. 2,10 было, 15 было, сейчас в этом году 12 тысяч. Можно спокойно идти и закупаться новогодними игрушками. Они также стали дешевле, говорят продавцы. Елочные шары, гирлянды, мишуру везут прямиком из Поднебесной. Покупатели на этот Новый год закупаются не так активно, как в прошлом году. Если украшения и берут, то в основном ради детей. Вот это за 50 тысяч тенге. Это за 25. Цены нормальные. У меня семья и дети, ради них беру все, чтобы порадовать праздник. Все-таки Новый год. Покупали всем дорого-дорого. Всем. Дороже стали, пожалуй, только эксклюзивные новогодние изделия. Резные хендмейд-игрушки и нестандартные гирлянды. Подскочили в цене живые елки. На рынке их стоимость начинается от 25 тысяч тенге в зависимости от высоты. Самая большая зеленая красавица стоит 100 тысяч тенге. Но любителям устанавливать хвойные деревья дома важно помнить, что самому рубить их нельзя. За нанесение ущерба лесному фонду грозит штраф от 170 тысяч тенге и выше. Анастасия Новикова, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «Утрар».